В городском суде вынесен приговор по факту применения насилия в отношении представителя власти сотрудника полиции. 30-летнему обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 20 тысяч рублей. Также был удовлетворен гражданский иск на 10 тысяч рублей за моральный вред. Смягчающими обстоятельствами стали наличие восьмерых детей и отсутствие судимости.